Слушай, они такие красивые. Они такие красивые. У них форма черная, такая американская. Фуражки, такие очки. Вот это сейчас красиво было. Руки грязные. Можно просветить до Нового года, правда? Ой, человек молодец. Так вот, они когда появились вот эти на новые полицейские, мы думали, это аниматоры. Эти, полицейские академии, на выезде такая. Вот, они такие, что просто чисто американцы, чисто, ну наши. Ну так, американцы, так наши. И вот два таких американца стоят на дороге, смотрят, как машинка как-то, ей очень подозрительно. Они, естественно, палочку выбрасывают, машинка останавливается, они могут представляться, дверца открывается, а там батюшка сидит. Они такого батюшка, добрый вечер. Он говорит, добрый вечер, сыночек. И что-то запашок совсем не водительский из салона так застроился. Ну как сейчас в зале приблизительно. Они говорят, батюшка, что за запашочек, это вы вдох. Ну что, говорит, сыночки, простите, ради бога. Понимаете, дело в том, что я целую службу отстоял, а нога болит, и я говорю, извините, во сколько ранился. Они говорят, а что с ногой? Он ногу показывает, а нога до бедра в гипсе. Они говорят, боже мой, батюшка, что случилось? Говорит, сыночки, не поверите, в джакузи упал. Они говорят, да, ну в джакузи понятно, ладно, туда, батюшка. Тогда, пожалуйста, езжайте, туда, пожалуйста, аккуратненько. Он говорит, спасибо, сыночки, поехал. Вот эти два американца смотрят на свет, они говорят, Вася, ты знаешь, что такое джакузи? Ну, то, что я же в церковь. Откуда я же в церковь? Спасибо. Ой, спасибо вам большое. Спасибо. Евреи, которые танцуют. Добрынин, Вячеслава Добрынина и группа «Доктор Штайгер». Для вас на сцене Юрий Самохвалов. Встречайте. Вы что, с ума сошли? Вы что верите? Из народа. Я понимаю, что народ не на такой же сцене. Берешь экран, хватит хихикать там. Оператор, не запускаемся, не останавливаемся, хорошо? Снимаем целиком, молодец. Да, так, как вы висели, все, встали сюда, Анка, все. Историю помните? А? Вы историю помните? А? Вы сейчас в кадр должны рассказать свою визитную историю. А? А? Мы же договаривались. Любую историю с нашей жизни. Ну, например, я посмотрел уже новые джинсы, он пошел на дворик, попал по машину, да? Я посмотрел на джинсы и ахнул. Я смотрю на джинсики в смях. Я не какнул водителя, а не жителям по голове. Так его врачи по четвергам собирали. Сволочь такая, скотина! Скотина! Не надо такой смех. Я вот так еще не более. Галина Карлович, мы снимаем этот статус. А когда мы снимаем, понимаете? А смотри, миллионы телезрителей, вы видите, девочки. На простую женщину из Дерри, как будто... Ну, простите, конечно, вас. И что, и Зинка тоже будет смотреть? Какая Зинка? Ну, Зинка, соседка моя со второго этажа. Точно? Точно. На, скотина! 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 На ладошке эти крыльца! Скотина, я уже... Вы здесь, скотина! Ага. Значит, я вас предупреждаю. Ага. Если вы будете так себя вести, вас никто не увидит вообще. Нет, тебе надо, чтобы увидели. Ага. Ага. Скотина! Ага. Знаете, скотина! Перестаньте. Успокойтесь. Ага. Вы детский скот. Ага. Перестаньте, я сказал. Ага. Ага. Я вас заберу. Не надо. Ага! Ага! А вот это. Ты что, меня? Потом девушку будет, да? Понимаете? Приготовились? Готовы? Ага! Начал. Какой из стиральных порошков самый лучший? Спросил об этом женщину. Почему ты не попал? Я услышала. И чем только я это не пробовала? А? Это в середине. Давай я не против, я думаю. Сперва ваша простая вискинка с
история, а это текст в середине, хорошо? Одна подходит, давай еще раз. Я думаю, не размазано. Размазано, как бы слышно. Наскакивай! Еще. Какой стиральный порошок самый лучший? Спросил об этом у женщины. Ну? 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 Я такая-то. Я? Я такая-то. Полищук Альберт Иванович от 1957 года рождения. И чем только я его не пробовал. Ага. Какой Альберт? Я извиняюсь, а как только простырку, так и так, как мой муж, выложит из головы, стоит перед глазами, настрогал детей, а заходит где по... Ага. Не надо, чтобы Альберт... Все, я его засуну. Расскажи, ну так засуну, что я не мяучу. Без подробно, за детей все по голове. Ладно, сам не вылазил. Засуну. И не крутите головой, говорите вот туда, в трубы теперь. Хорошо? Вот я вот так сделаю. Глаза полные слез. Не надо, пожалуйста. На! Какой стиральный порошок самый лучший? Спросил об этом у женщин. Я Полищук Галя, мать шестих детей. Хочу рассказать без хитростную историю. О, эту дыночку. А вы как чукча. Соберитесь. Да! Пишем. Какой стиральный порошок самый лучший? Спросим об этом у женщины. Я чукча Галина. Ты спишь. Я Полищук Галя, мать шестихеры. Про машину рассказывай. Нет! Однажды я купила Вадику новую курточку. Он пошел играть во двор и проиграл. Курточку, джинсики, маечку и светлую квартиру. Стоп, 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 стоп. Золотая, ты скажешь, что я защекочу, нормально. Стань грязно. Скажите, у вас более веселые истории есть? Как грязь? Я умоляю вас, я на колени стану. Давайте мне более веселые истории. Что вы умеете? Может, я вот так и надо закрою? Что вы умеете? Нет, нет, не встаньте. Да! Встаньте вы. Кошмар какой, пишем. Какой стиральный порошок самый лучший? Спросим об этом у женщин. Что? Что случилось? Кроши! Вы будете ругаться. Что в чем дело? Я дырочку потерял. Вот она, дырочка, блин! Более веселая история! Однажды к Людочке пришла подружка Алла. Однажды они побрили ноги и давай пускать по ноге косынку, ну, чтоб скользила, как увлекла. А у Людочки косынка зацепилась за стерню и не скатит. Не лучше про этого гада. Про какого гада? Про Полищука. Однажды этот гад явился среди ночи и давай строгать детей. На балконе строгал, на подоконнике строгал, на столе струганул. Боже, что ж делать? Скажите, у вас собака есть? Собака, она была с улицы, и наделала на комментарии. Да я думала, я лапёшку разобрала. Не перебивай. И чем только ты не пробовала? Сосед, я сказала, попробуй дома. Понятно тебе? Ага. Пишем. Да! Представьте. Какой израильный порошок самый собачий? Сейчас мы узнали. У мире животных. Ля-ля-ля-ля-ля. Собаки, собачья смерть. У нас была собака. Собачка.
однажды она вернулась с улицы, упала на ковер и наделала. И в чем только не пробовала его убить. Кого? Полищука! Только повесила ковер, он залез и пустил струи. Соседка говорит, что ж ты делаешь, гад? Так он пошел и нагадил у нее. Что, брат, не то? Не то. Кто мне ответит? Я! Отвечаю всю правду. Я Полищук Галя, мать шестерки неполноценных, жду девятого. Однажды Светочка, ночь после обычного. Однажды Светочка вернулась через трое суток. На груди у нее было большое пятно. Другого не было совсем. Ну ты взяла гору. Ну я взяла стиральный порошок, да. Расколопоцала его палкой в ведре, да. И так отпробовала эту дуру вокруг сквера, что как-то разошлися, синяки рассосалися, и она обратно стала девушкой. Да что ты веришь? Да ты за человеку слово сказать. Женщины! Нашу сторону мира. Группа «Мы из СССР».